Делюсь одним из самых удачных рецептов блинов на кефире без сахара. Получается быстро, просто и очень вкусно. Непременно попробуйте. Так как тесто готовится без сахара, то такие блинчики смело можете подавать с любыми начинками. Блины получаются тонкие, ажурные и очень вкусные. Предлагаю приготовить блины на кефире без сахара и побаловать своих близких этой чудесной домашней выпечкой. Яйцо 2 штуки. Кефир 1 столовый кон, 300 мл. Вода 1 столовый кон. Мука 200 грамм. Соль 0,5 чайных ложки. Сода 1/3 чайных ложки. Растительное масло 3 столовые ложки. Количество порций 12-16. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске соедините яйца и соль. Добавьте кефир. Добавьте воду, муку и соду. Все перемешайте до однородного состояния. Добавьте масло и снова все перемешайте. Тесто готово. Сковороду разогрейте, смажьте маслом и вылейте тесто, равномерно распределяя его по всей сковороде. Обжаривайте блины с двух сторон до готовности. Блины на кефире без сахара готовы. Приятного аппетита!